это солнышко, и я нарисовал его меловым баллончиком. Это означает, что оно очень легко смывается. Как-то так. А это идеальная тачка для путешествий Havail Jolion. Но прежде чем я о нем расскажу, пожалуйста, проверьте подписку на мой канал и включите все уведомления. Вам не сложно, а мне приятно. Кстати, согласитесь, приятный кроссовер. Внешка достаточно яркая и современная, а сам авто практичный и технологичный. И у него очень много крутых фишек. Загибайте пальцы. Бесключевой доступ. Светодиодная оптика спереди и сзади. Выглядит стильно. Камера кругового обзора с 3D-панорамированием. Прикольный селектор коробки передач. Удобная проекция. Цифровая приборка. Большой сенсорный экран. 4 режима вождения. Дистанционный запуск двигателя через приложение. И даже адаптивный круиз с удержанием в полосе. И держится авто уверенно, я проверял. А также подогрев сидений, как спереди с сенсорным управлением, так и сзади. Кстати, сзади места достаточно много и в ногах, и над головой. Кайф. Спереди, кстати, тоже достаточно комфортно. Места здесь много, а выглядит все современно и ярко. Мне нравится. Кстати, Havail неправильно. Правильно Havail. И это расшифровка. Означает она have it all, что в переводе означает имей все и сразу. А модель Jolion является аббревиатурой Joy Life On, что означает наслаждайся жизнью. Прикольно. Багажник здесь достаточно вместительный и с разложенным задним рядом сидений объем составляет аж 1133 литра, а это означает, что можно с кайфом прилечь. Бак вмещает 55 литров, и этого хватит больше, чем на 550 километров. Достаточно экономично. Под капотом здесь 143 силы и передний привод, или 150 сил и полный привод. И вместе с клиренсом в 190 мм авто проедет практически везде. И скоро я это проверю. Мне понравилась эта тачка, и я хочу на ней отправиться в путешествие с друзьями и проехать 5000 километров. Поэтому следите за моими историями и постами, ссылка снизу. А сейчас мы проверим шумку моим фирменным способом. Погнали! Стекла здесь такой толщины, а это означает... Прикольно, да? В длину авто всего 4,5 метра, в ширину 1,84 м, а высоту почти 1,60 м. Компактно, и парковочное место будет найти достаточно легко. Особенно с ассистентом парковки, который может запарковать автомобиль как параллельно, так и перпендикулярно. Удобно. Кстати, сзади нет центрального туннеля, поэтому пассажиру посередине будет сидеть достаточно удобно. А еще из удобств — это два разъема Type-A и центральный подлокотник с подстаканниками. Круто. Ну а что насчет ощущений за рулем? Подвеска здесь достаточно комфортная. Неровности проезжают достаточно уверенно. Руль вполне себе отзывчивый, как и педаль газа. Короче, мне нравится управлять Jolion. Был бы еще разгон до сотки, не 9 секунд. Хотя, наверное, в городской черте больше-то и не надо. Ну и напоследок, тачка производится в Тульской области, и ее можно приобрести прямо сейчас в дилерских центрах по цене чуть больше 2 миллионов. То есть можно прямо сейчас ее взять и поехать на моря, как я это и планирую сделать. Ну а что вы скажете о машине? Пишите свое мнение снизу, а с вами был Андрей Глазнов, и я поехал купаться. Поэтому спасибо за просмотр и пока!